Всем здравствуйте, уважаемые дамы, господа, леди, джентльмены. Всем доброго дня. Итак, мы с вами продолжаем следить за турниром под названием «Единство», который проходит на Челябинской земле в Ледовом дворце «Айсберг». Играет юноша 2012 года рождения. И сегодня встречается в этой непростой борьбе команда «Металлург» против команды «Адмирал». Итак, сразу же представлюсь, меня зовут Александр Старицын, я буду вашим комментатором в ходе всей этой встречи. Ну и давайте по составу. Пока есть у нас с вами состав «Металлурга», с него, собственно, и начнем. Здесь в вратарской бригаде представлены два игрока. 31-й Дмитрий Копылов и 29-й Иван Напоков. Дальше идут полевые игроки. 97-й Артем Гусев, 74-й Владислав Кнутов, 27-й Максим Коробейников, 83-й Никита Кошечкин, 55-й номер Михаил Линник, 43-й Мирослав Лякишев, 371 номер Лев Родин, 33-й Марк Сальников, 65-й номер Алексей Соколов, 8-й номер Захар Суворов, 11-й Михаил Ташков, 78-й Алексей Хабаров, 24-й номер Захар Цибин, 88-й Матвей Шаталов и 7-й номер Дмитрий Щербинин. Тренер команды Дмитрий Сергеевич Белинов. К сожалению, пока еще, дорогие друзья, состава команды «Адмирал» нету, поэтому начинаем именно в таком формате. Именно состав только пока команды «Металлург». И, в общем, что мы с вами знаем? А знаем мы с вами следующую картину, что сегодня уже команда «Металлург» встречались с местной командой, командой «Трактор» из города Челябинска. Изначально они вели 2-0, ну а потом упорство «Трактора» было чрезмерно сильным, и, соответственно, смогли они додавить своего соперника и занести три шайбы, вырваться вперед, ну а потом уже в окончании и не дать своему сопернику их обогнать. В общем, «Металлург» уступили в первой встрече, поэтому сейчас будут явно пытаться наверстать упущенное. Так, теперь у нас есть состав команды «Адмирал», по нему сразу же. Вратарская бригада команды «Адмирал» представлена двумя игроками. 31 номер – это Александр Величко, и 75-й – Вячеслав Сердюк. Дальше полевые, 4-й – Николай Копцев, 5-й – Тимофей Торбиев, 6-й – Иван Парицкий, 7-й – Александр Макаров, 8-й – Захар Крупнов, 9-й – Томислав Мисюра, 10-й номер Егоров Фролов, 14-й Марк Шифлисламов, 20-й Марат Шалыгин, 25-й Радмир Алексеев, 27-й Тимур Галенков, 33-й Александр Наумов, 48-й Михаил Чумакин, 49-й номер Данил Крупин, 69-й Степан Костышин, 71-й Вячеслав Скупу и 96-й номер Никита Гаделицкий. Также хочу напомнить вам, дорогие друзья, что у нас с вами есть чат на Ютубе. Поэтому все свои пожелания, предложения для своей любимой команды пишите туда. Тем временем «Адмирал» выходит вперед. И нет, это штанга. Александр Макаров бросал. Не получилось у него обыграть вратаря. Так, в принципе, даже и не вмешивался у нас с вами вратарь «Металлурга» в эту атаку. А тут неплохо. Еще бросок. Ух ты, какая реакция. Вы посмотрите. Просто великолепно сейчас отыграл вратарь «Адмирала». Достаточно такую сложную шайбу, причем находясь в не самом удобном положении, действительно смог забросить. Так, что со звуком, Виктория спрашивает. Виктория и вообще, уважаемые болельщики, у нас есть чат. Вы уже отпишитесь, пожалуйста, все ли хорошо слышно, все ли хорошо со звуком, чтобы мы с вами понимали, я чтобы понимал, что вам комфортно следить за этой трансляцией. Поэтому жду от вас, конечно же, комментария по поводу звука. И буду более смело продолжать дальше, потому что сейчас я уже начинаю сомневаться, все ли хорошо, все ли нормально. Итак, пока у нас с вами у дальнего борта была разыграна шайба, причем вот так вот локально хоккеисты смогли разобраться с этой борьбой. И теперь уже Тимур Галенков переходит на падение. Привезли шайбу поближе воротам Ивана Набокова. И я так понимаю, что именно он защищает сейчас свою вратарскую позицию. И сразу же у нас с вами ответ Никиты Кошечкина, который выдвигается вперед. Наталья, все, спасибо, хорошо, что вы написали, что все хорошо слышно. Я, честно говоря, рад. Меня это очень радует, что
вы комфортно получаете наш продукт. Ну а пока мы видим, что вблизи ворот Ивана Набухова была и развивалась атака. Так, ну а тем временем смотрю, Адмирал вперед, Владивосток смотрим. Владивосток, ну что же, сейчас у вас ближе уже к вечеру. И вот такая порция хорошего хоккея перед сном. Я думаю, это как раз таки то, что надо для хорошего спокойного сна. Так, ну а тем временем игроки команды «Металлург» из города Магнитогорска, Челябинской области, сейчас развивали свою атаку. Отвечает Егор Фролов своим визитом к воротам Набокова. Набоков закрывает шайбу. Да, у нас с вами далеко не простой матч. Уже по первым моментам, по такой, прям такой обмен любезностями сейчас произошел у хоккеистов. И я, честно говоря, уже понимаю, что от этого матча нам с вами ждать только увлекательные игры, только напряженного момента. Хорошо, с радостью за этим мы с вами посмотрим. Ну а пока игроки команды «Металлург» через ближний борт, 43-й номер, это Мирослав Лякишев, привез шайбу в зону нападения. Тут же мы с вами отмечаем и Александра Наумова, который моментально просто отреагировал на то, что соперник закатился в зону и сразу же перекрыл проход к своим воротам. Еще один наброс, и в очередной раз остановлена игра. У нас с вами, по всей видимости, удаление сейчас будет. За подножку в бокс для оштрафованных отправляется игрок команды «Металлург», 43-й номер. Это Мирослав Лякишев. Ну, отлично. Видим, что начинается у нас с вами такая разная вариативность сегодняшней игры. Первое большинство для игроков команды «Адмирал», ну а для «Металлурга» как раз таки сегодня выпало первое меньшинство. Поэтому с этим моментом, конечно, нужно будет тоже поработать. В целом, на данном этапе неплохо игроки команды «Металлург» справляются с этой работой в меньшинстве. Не удается пока в большинстве игрокам команды «Адмирал» закатиться в зону. Мы видим, что Александр Макаров разгоняется за воротами, теряя равновесие, у него забирает шайбу. В частности, успешно это сделал Марк Сальников. Ну и в целом уже в среднюю зону. У нас своим переведена шайба игроками команды «Адмирал». Пытаются они все-таки закрепиться в зоне соперника. Но вот на пару получилось это сделать успешно. Посмотрите еще раз, что происходит. Под перекладину бросок сегодня дважды просто-напросто спасает ворота Ивана Набокова. Удача. У него сегодня была уже штанга, а сейчас перекладина. Шансы действительно у «Адмирала» очень серьезные. Итак, читаю, что у нас пишут болельщики. Вперед «Адмирал», Наталья написала, болеем за «Адмирал». Людок пишет, «Адмирал вперед», также Людок написала. «Владивосток с вами», написала Наталья. И «Адмирал, мы с вами только вперед», Натали написала. Отлично, у нас с вами столько болельщиков. И я так понимаю, что все за «Адмирал» болеют. Ну а как же поддержать «Металлург»? Есть ли у нас ли такие, которые поддерживают команду «Металлург»? Уральцы. Хотя, дорогие друзья, несмотря на то, что хоккей здесь детский, и мы понимаем, что по 10 лет здесь хоккеистам, и я очень часто сталкиваюсь, что география, на самом деле, просмотра трансляции, она очень высокая. Причем сами люди пишут в комментариях, смотрят вообще из разных точек, не то что страны, мира, за такими уже хоккеистами. Ну, а мы с вами смотрим дальше, игроки, дорогие друзья. Сейчас игроки команды «Металлург» прорабатывают зону соперника. Бросок вот так вот с неудобной руки, но все же попытался этот бросок попробовать и реализовать Максим Коробейников. Но очень успешно вратарь справился с этой атакой. И уже его напарники, партнеры уходят вперед. Егор Фролов недолго попробовал провести атаку. Дальше еще один ответный визит Максима Коробейникова. Коробейников
выше. Наброс на пята, Коробейников на добивание. И посмотрите, Вячеслав Сердюк великолепно сейчас отражает свою атаку. Атаку, вернее, на свои ворота. И подальше, подальше к дальнему борту. Так, ну что, чем у нас ответят игроки из города Владивосток? Вообще, дорогие друзья, вы только вдумайтесь, да, вот насколько действительно знаменательное событие сегодня у нас происходит. Люди приехали из Владивостока, команда «Адмирал». Все это в основном, я смотрю, кто участвует в этом турнире под названием «Единство». Челябинская область, Тюменская область, Уфа. Так что недалеко, на самом деле, друг от друга все находятся. Но Владивосток — это прям серьезно. Так, тем временем передача у нас с вами проходит за ворота. Наброс на пятак попробовали воспроизвести хоккеисты «Металлурга». Никита Кошечкин атаковал. Но после вот такой опасной атаки игроки команды «Адмирал» успешно отразили шайбу от своих ворот. Отодвинули ее, скажем так, подальше. И, как мы с вами видим, абсолютно ненадолго получилось это сделать. Снова через закругление, вернее, находясь на закруглении, Александр Макаров перевел шайбу через лицевой на дальний борт. Там Николай Копцев. Дальше подключается 24 номер Захар Цибин. Макаров продолжает обороняться, но вот уже на рубеже синей линии успешно взял на себя инициативу игрок команды «Металлург». Ну и в целом был организован бросок Михаилом Линником по воротам Вячеслава Сердюка. Ну что ж, еще одно вбрасывание. Сейчас выигрывает это вбрасывание Дмитрий Щербинин. Его партнеры продолжают развивать атаку, но уходит шайба под контроль игроков команды «Адмирал». И команда из Владивостока попытались выбраться за синюю линию. Правда, на данном этапе это получилось очень неуспешно. А вот здесь, дорогие друзья, сам факт того, что выйдя на шайбу за синюю линию, он и есть. Бросает. Здесь уже шайба. 20-й номер команды «Адмирал». Марат Шалыгин. Ну а, соответственно, Иван Набоков уверенно эту шайбу отражает. Итак, Тимур Беленков был на процедуре вбрасывания. Дмитрий Щербинин продолжил обороняться на лицевом борту. И теперь атака складывается у нас с вами перед воротами Сердюка. Итак, накатывался. Давайте мы отметим, что Марк Сальников подстраховывал у «Металлурга» в этой атаке Мирослав Лякишев. Ну и в целом снова игроки команды «Адмирал» оказываются в зоне нападения. Наброс. Ну, вроде бы какая-то попытка была у Марата Шалыгина направить шайбу ближе к воротам. Снова приходится возвращаться в оборону. Лякишев привез шайбу к лицевому борту. Там достаточно оперативно разобрались хоккеисты «Адмирала» с этой шайбой. «Металлург». Алексей Соколов. Еще бросок от синей линии рядышком с воротами Набокова. Проходит шайба. Смотрю в чате, Наталья пишет, у нас с вами «Адмирал» нужен гол. Ну что ж, чем у нас «Адмирал» ответит на сообщение Натальи? Какие будут варианты развития событий, предложения? Пока еще приходится возвращаться в оборону. Так, ну что ж, неплохой момент. Действительно, мы с вами можем отметить, что, по крайней мере, в последние, наверное, 5 минут хоккеисты «Металлурга» забрали инициативу целиком и полностью под собственный контроль. И больше дает. Но вот «Адмирал» в целом бросает и вынужден Иван Набоков остановить эту шайбу. Опять же, дорогие друзья, несмотря на то, что у нас действительно наблюдается
увеличение интенсивности игры у игроков команды «Металлург». Опять же, в сторону «Адмирала» мы с вами можем сказать, что сегодня дважды просто на стороне Ивана Набокова сыграла штанга и перекладина. То есть этот момент тоже мы отмечаем. Поэтому игра продолжается в целом. Ровненько идут хоккеисты. Опять же, табло у нас с вами об этом же говорит. Ну, соответственно, очередное вбрасывание уже в средней зоне будет разыграно у синей линии команды «Металлург». Александр Макаров на точке. Поборолся он против Захара Суворова. Дальше шайба была переведена на дальний борт. И сразу же акцент «Адмирала» на сложившиеся возможности заключился именно в броске поворота Набокова, где Набоков, естественно, достаточно успешно отработал и отразил эту шайбу. А тут уже «Металлург». Хорошая передача. Вы посмотрите, какая прошла на Михаила Ташкова. А вот и перехват у Копцева. Копцев через среднюю зону. За синюю линию закатился. Копцев оставил передачу на своих партнеров. Дальше уже на лицевой борт переместился. Поддерживает его Тимофей Тарбеев. Уже за воротами с попыткой прорваться на пятак. Ну а Иван Набоков, естественно, самым надежным образом защищает свои ворота, ложась на шайбу, закрывая целиком полностью. Хотя в какие-то моменты мы видим, что Копцев и Тарбеев попытались протолкнуть шайбу даже из-под Ивана Набокова. Но этого у них сделать не получилось. Ну что же, смотрим дальше. У нас с вами еще одно вбрасывание. Меньше одной минуты остается, уважаемые болельщики, до конца первого периода. Хоккеисты команды «Металлург» переходит за синюю линию. Броска тоже пока здесь не намечается. Потому что «Адмирал» выиграли достаточно многоизвестную, но, опять же, незамысловатую способ обороны. Сыграть в зоне, именно работать у борта. В таком формате, естественно, повышаются шансы. Потому что соперник просто-напросто не может бросить шайбу. И ему нужно каким-то образом отойти от этого борта. Но в целом игроки команды «Адмирал» сейчас переходят в нападение. Доставляют шайбу в зону соперник. И Марат Шалыгин как раз-таки смог эту шайбу доставить. Ну а от синей линии у нас был наброс в сторону ворот, который не закончил успешно. Пока перерыв, дорогие друзья. Встретимся на старте второго периода.
Так, ну что ж, а мы продолжаем, дорогие друзья, и борьба на нашем льду продолжает набирать свои обороты. 0-0 по итогу первого периода. В целом мы понимаем, что ничего, опять же, в плане заброшенных шайб не поменялось в этой борьбе. Единственное, что мы можем отметить, что было у нас с вами в первом периоде, это было удаление игроков команды «Металлург», которое оказалось нереализованным. С одной стороны, мы можем это отметить как достаточно эффективную игру в меньшинстве хоккеистов команды «Металлург», потому что там они «Адмиралу» вообще без вариантов. Они не оставили возможности что-то придумать, что-то сделать. Но и, соответственно, сдержали вот этот небольшой промежуток времени в меньшинстве. И потом, без удаления, в целом продолжилась игра. Да, моменты, конечно, были разноплановые. «Адмирал» дважды, опять же, бросили, обстреляли штангу и перекладину. Тут дважды просто великолепно Ивану Набокову повезло, шайба и в перекладину, и в штангу попала. Также атаки мы видели и команды «Металлург» на ворота Вячеслава Сердюкова. Причем тоже достаточно серьезные, с которыми Сердюков, естественно, справлялся. И вот видим, что как следствие, как раз-таки, счет у нас на табло 0-0. Активная поддержка у нас в чате команды «Адмирал». За «Металлург» я такое ощущение, что сегодня никто абсолютно не болеет, к сожалению. Но, тем не менее, парни тоже показывают хороший хоккей. Тем временем, нападение Николай Копцев. Направляется Копцев пока от лицевого борта. Работает. Наброс у нас обратно к воротам Набокова. Марк Шехлиславов. Шехлиславов за воротами. И в целом, благодаря численному преимуществу на данной позиции, игроки команды «Металлург» выиграли шайбу и сейчас могли доставить. Причем достаточно такой результативный момент получился. Даже бросок, я бы сказал, из числа не самых простых по воротам Вячеслава Сердюкова. Сердюка был организован. Ну а я смотрю, дорогие друзья, что болельщики «Адмирала», каждый практически пишет, что нужен гол «Адмиралу». «Адмирал». Так что за тебя болельщики топят. «Металлург» тем временем еще один бросок. Тут попробовал Лев Рудин. Шайба достаточно рандомно попала к его владениям. И он сразу направил ее в зону соперника. Не получилось. Дальше Алексей Соколов разворачивается. Соколов, бросок от дальнего борта. И прямо под контроль Вячеслава Сердюка. Снова была направлена эта шайба. Ну вот, по крайней мере, дорогие друзья, у нас как раз-таки на втором периоде отлично мы с вами отмечаем тот момент, что «Металлург» поддобавили в своей интенсивности. И очень много по воротам Сердюка у нас проходит моментов. По крайней мере, два уже момента однозначно за 3 с небольшими минуты было организовано. Посмотрим, чем ответят у нас с вами игроки команды «Адмирал». Степан Костышин за воротами. Хороший наброс на пятак. Тут добивание Ратмир Алексеев. Пробовал нанести, но надежность Ивана Набокова была очень серьезной. Так, «Владивосток, мы с вами, нужен гол, Адмирал вперед», пишет у нас с вами Анастасия. «Адмирал» в очередной раз переходит на поди... Ох ты, какой хорошая передача на Тимура Галенкова. Конечно, Галенков находился на центре, но его буквально с двух сторон напихали соперники, поэтому шансов его на то, чтобы реализовать вот эту передачу, было в крайней степени мало. Но попробовали. Тут, как говорится, на войне все средства хороши. Дальше. Галенков уже сам подкатился, бросил. И практически незаметный вот так Никита Гнилицкий подобрался к воротам, пытаясь, надеясь опять же на то, что
Иван Набоков не будет фиксировать шайбу. Попробует добить, но этого не случилось. Набоков, естественно, шайбу зафиксировал. Дальше передача к ближнему борту. Адмирал всеми силами они удерживают шайбу. И что самое интересное, получается у них навязать очень такую серьезную борьбу сопернику у них в зоне. Металлург, естественно, обороняется. И вот эти первые, опять же, минуты, в которых пришлось Адмиралу больше времени провести в обороне, сейчас уже они возмещают упущенное. И, в общем-то, сами накаляют обстановку вблизи ворот Ивана Набокова. Так, черно-золотые, самые крутые у нас с вами пишут болельщики. Тем временем хорошая передача у нас с вами проходит в сторону ближнего борта на игрока команды «Металлург». Тем временем черно-золотые недалеко, правда, но все же вытащили шайбу за пределы своей синей линии. А теперь уже и в атаку направился Шейхлисламов Марк. Ох, какой момент! Вы посмотрите! Практически стопроцентный шанс у Александра Макарова сейчас был, но благодаря, опять же, Ивану Набокову этот шанс реализовать у Макарова не получилось. Обратно к дальнему борту. Уже набросы в сторону ворот Вячеслава Сердюка. Намечаются небольшие. И вот Никита Кошечкин, опять же, у нас с вами в лице первых был в зоне нападения своей команды и атаковал ворота Сердюка. Дальше Костышин забрасывает шайбу за синюю линию. В это время Николай Копцев попробовал попрессинговать, пока его партнеры проводят смену. Но все же команда «Металлург» оказались немного быстрее и, воспользовавшись этим моментом, уже перешли нападение. Так, ну а теперь повороться все-таки придется за то, чтобы удержаться в зоне соперника. Лев Родин направил шайбу в сторону ворот Адмирала. Естественно, Сердюк успешно эту шайбу отразил. Дальше передача к синей линии. И Михаил Линник от синей линии подальше к воротам соперника перевел эту шайбу. Ну что ж, теперь уже очередь игроков команды «Адмирал» пришла атаковать, и они направили шайбу ближе к воротам Ивана Набокова. Еще бросок. Набоков отражает. Первым на подборе игрок команды «Адмирал» здесь был Тимур Галенков. Он же сейчас получает передачу от синей линии, но, по всей видимости, не успеет. Хотя успевает вот так вот точечно коснуться шайбы и доставить шайбу уже на атакующих игроков. Правда, да, прям такой атаки не получилось организовать у хоккеистов. Команда «Адмирал», но закрепиться достаточно серьезно в зоне соперника здесь удается. Еще пока у нас у ближнего порта продолжается работа над шайбой. «Металлург» отдают пас в среднюю зону. Ну а там уже на подборе Мирослав Лякишев. Ну что ж, бросок чуть выше створа ворот. Летит шайба. Дальше Дмитрий Щербинин в сторону дальнего борта и наброс. Сердюк на месте. А вот еще одно испытание для Сердюка. И здесь шайба уже в воротах. «Металлург» открывает счет в сегодняшнем противостоянии. Видно, что первым попробовал Марк Сальников атаковать ворота Сердюка. Не получилось.
Ну а потом, после череды достаточно интересных передач, шайбу забрасывает Дмитрий Щербинин. Так, ну а как подсказано с вами судья-информатор, что в ассистентах здесь у Дмитрия Щербинина был игрок под номером 43 Мирослав Лякишев. Так, я смотрю, не только у нас с вами в чате серьезная поддержка игроков команды «Адмирал», но еще и на арене у нас находятся болельщики, которые пытаются эмоционально поднять дух своей команды. Хотя, в принципе, видно, что у «Адмирала» этот дух действительно на хорошем уровне. Они продолжают атаковать. Сейчас в очередной раз переместились ближе к воротам Ивана Набокова, но в этот раз уже ворота сдвинуты. Так, ну а тем временем Александр Макаров на точке. Макаров отдал. Уступил, вернее, на вбрасывание. Шайба перешла под контроль игроков команды «Металлург». Естественно, там Владислав Кнутов, находившийся на лицевом борту, сыграл шайбой. Но закрепиться у «Металлурга» там уже не получилось. Видишь, что в нападение повели сейчас свою игру хоккеисты из Магнитогорска. Догонял шайбу Максим Коробейников. Дальше к лицевому борту шайба перемещена в зону игроков команды «Металлург». И после того, как уже на своего партнера Алексея Соколова была перемещена шайба, тут уже нападение отмечается 27 номер Максим Коробейников. Так, через ближний борт Владислав Кнутов вынужден откатываться обратно. Алексей Соколов за воротами. «Адмирал» закрепились. Ну, начнем с того, что зацепились сейчас за шайбу, но все же команда «Металлург» отстранили своего соперника от своей зоны. И теперь, благодаря Максиму Коробейникову, шайба снова находится в зоне команды «Адмирал». Ну, а Вячеслав Сердюк, естественно, обороняется. Шайба в воротах, дорогие друзья. 2-0. Так, ну давайте смотреть, как это получилось. 11 номер команды «Металлург» накатывал на пятак. Конечно, сам он не забил, но зато подправил эту шайбу в ворота своего соперника, ворота Вячеслава Сердюка, Максим Коробейников. Так, ну и как подсказывают нас, дорогие друзья, что Михаил Ташков стал как раз-таки в ассистентах. Ну а напомню, что автором заброшенной шайбы, естественно, Максим Коробейников. 2-0. «Металлург» уходит вперед. Сейчас остается 3 минуты до конца второго периода. Я думаю, что это самое такое необходимое, самое нужное время игрокам команды «Адмирал» вот в оставшемся втором периоде, чтобы попробовать выровнять ситуацию и уже начать третий период с равного счета. Сделать это, конечно, можно, но сложно. Тем более еще и видим, что команда «Металлург» прекрасно ощутили вкус заброшенной шайбы, вкус приближающейся победы. Если, конечно же, она к ним сегодня сможет приблизить до конца. И начинает более уверенно играть. С чем, конечно, «Адмиралу» становится немного сложнее бороться. Итак, читаю. «Адмирал, не робей, лучше шайбочку забей». Наталья пишет, Анастасия написала своей команде: «Адмирал, не робей, магнитки, шайбочку забей». Ну что же, пожелания здесь, конечно, такие прям серьезные. Ну а насколько получится эти пожелания исполнить игрокам команды «Адмирал», давайте посмотрим. По крайней мере, во втором периоде еще время есть ситуацию выровнять, но поработать, конечно, придется.
Дальше. Металлург, завладев шайбой в средней зоне, перекатим за синюю линию. Броска опять же нету. Адмирал советом визитом. Полторы минуты до конца второго периода. Наброс на ворота Ивана Набокова. Металлург. Но вот не получилось опять же вывести шайбу из своей зоны. Зоны игрокам команды из Магнитогорска. Бросок отбирала. И снова Иван Набоков на месте. Подготавливается процедура вбрасывания. Александр Макаров на точке. Макаров выиграл. Пас на Парицкого. Парицкий немножечко глубже в зону направил шайбу. Ну а там Дмитрий Щербинин. Последняя минута второго периода стартовала. Тут уже в зону соперника, в зону адмирала как раз таки навострил свои лыжи Марк Сальников. Шайба доставлена. И, соответственно, есть над чем работать игрокам команды «Адмирал» в своей зоне. «Металлург», да, конечно, удерживает позиции, но закрепиться и расположиться на 100% в зоне соперника пока не получается. Снова отбрасывают игроки из «Магнитки» шайбу в среднюю зону. Там, естественно, игроки команды «Адмирала», которые, естественно, блокируют все эти передачи в сторону своей зоны. Но, тем не менее, атака все равно в сторону ворот команды «Адмирал» сейчас продвинулась. Правда, броска по воротам не было. И у нас с вами пока перерыв. Встретимся в третьем. Итак, дорогие друзья, а мы продолжаем нашу трансляцию. Счет на табло 2-0. Видим, что очень продуктивный получился второй период для игроков команды «Металлург». Там они смогли забросить две шайбы. Также отмечаю, дорогие друзья, что у нас и появились болельщики «Металлурга». Виктория Линик сегодня одна единственная в чате поддержит свою команду. Остальные, возможно, отмалчиваются, а возможно, она одна единственная и смотрит эту трансляцию. Как болельщик команды «Металлург», не знаю. В принципе, если кто-то еще отпишется со стороны «Металлурга» в чате, то тогда будет видно. Пишет нас с вами Виктория: «Металлург чемпион, победит сегодня он». Людок пишет: «Адмирал, соберись». Поэтому борьба у нас с вами не только на льду, но еще и в чате. Ну, тут в чате, конечно, «Адмирал»
болельщики «Адмирала» действительно превосходят своих соперников. Так, у нас с вами удаление, дорогие друзья. Седьмой номер команды «Адмирал» отправлен в бокс для оштрафованных. Также я хочу отметить, что второй период обошелся полностью без удалений. И пока на данном этапе мы понимаем, что за неправильную атаку соперника в боксе для оштрафованных оказался Александр Макаров. И я бы хотел бы отметить, дорогие друзья, что у нас с вами было одно удаление в первом периоде у команды «Металлург», которое оказалось нереализованным. Ну а тут посмотрите, «Металлург» очень активно нагружает вниманием ворота Вячеслава Сердюка. И, кстати, давайте поговорим с вами о том, что у нас еще во втором периоде было. Тут, естественно, самыми знаменательными событиями это были заброшенные шайбы. Первую забросил Дмитрий Щербинин. У него в ассистентах оказался Мирослав Лякишев. Ну, а вторую забросил 27-й номер. Это был Максим Коробейников. В ассистентах у него был Михаил Ташков. Вот такой вот у нас с вами момент, такой расклад по второму периоду. В целом, на мой взгляд, такой достаточно интересный у нас с вами получается матч. И что самое интересное, хочу подметить, дорогие друзья, и напомнить вам, что сегодня «Металлург» играли с командой «Трактор», также имея преимущество две шайбы, но потом «Трактор» показали характер и обошли своего соперника. Поэтому тут мы понимаем, что, во-первых, и сами игроки команды «Металлург» сейчас по-другому настроены на этот матч. Также понимаю, что и «Адмирал» отчетливо осознают, что в целом сейчас у них есть шансы, и нужно попробовать эти шансы действительно реализовать. И вот, понимая все это, естественно, мы с вами находимся прямо в таком предвкушении, каким образом пройдет здесь третья 15-минутка. Команда «Адмирал» играет в полном составе, продолжается игра в формате 5-5. «Адмирал» выдержали меньшинство, хотя в целом атаки были на их ворота. А тут уже «Адмирал» от синей линии направляет шайбу в зону. Даже нет, не в зону, а прям к воротам соперника. Захар Крупнов как раз таки атаковал с дальней позиции. Ну а тут уже обороняется Иван Парицкий. Парицкий выбросил шайбу в среднюю зону. Чем у нас ответят игроки команды «Адмирал»? 96-й номер Никита Хмелицкий привел шайбу в зону нападения. Дал хорошую разрезающую передачу на дальний борт, но там была остановлена эта атака игроков команды «Адмирал», естественно, усилиями игроков «Металлурга». Ну а теперь уже и вблизи ворот Вячеслава Сердюка у нас проходит борьба. Захар Цыбин как раз таки в роли атакующего хоккеиста работал в зоне нападение. Итак, снова в среднюю зону команда «Адмирал» набирает ход, пересекая синюю линию. Тут в самую гущу событий Егор Фролов закатился. Естественно, остался без шайбы. Ну а тут уже со стороны ближнего круга вбрасывания Захар Цыбин попытался переиграть вратаря команды «Адмирал». Тоже безуспешно. Что ж, действительно, сегодня сильные вратари у нас с вами в этой игре. И, как мы с вами понимаем, полевым игрокам очень и очень сложно здесь что-то противопоставить профессионализму Ивана Набокова и Вячеслава Сердюка. Итак, Сердюк у нас с вами пишет: «Адмирал, нужен гол». Виктория Леник написала: «Металлург, вперед». Да, у нас с вами, дорогие друзья, еще в целом достаточное количество времени есть в этом матче, чтобы еще ситуация поменялась. Конечно, она может измениться в любую сторону, либо «Металлург» свое преимущество уверенно закрепят, либо хоккеисты команды «Адмирал» все-таки найдут возможность для того, чтобы реализовать шайбу.
Еще одна передача в среднюю зону. Здесь команда «Адмирал». Хорошо, посмотрите, прошли. Николай Копцев поработал прям до последнего, прям на верочку он сейчас уже бросал. Но все-таки внимательность Ивана Набокова здесь была прям на высоте. Так, ну вот интересно, смотрите, когда с вами Сердюк пишет. Сердюк красавчик. В это время «Металлург» отдали пас в сторону ближнего борта. И 43-й номер команды из города Магнитогорск. Мирослав Лякишев направился атаковать. Правда, удаление сейчас у нас с вами будет. Показано с вами арбитр, что за удаление на скамейке для оштрафованных отправляется 69 номер Степан Костышин. За подошку. За подошку Степан Костышин за 69-й команды. Итак, смотрим. Щербинин на точке вбрасывания. Он сразу же сходу направил шайбу в сторону ворот Вячеслава Сердюка. И это, кстати, второе удаление у нас с вами, дорогие друзья, у команды «Адмирал» за третий период. Напомню, что до третьего периода еще ни одного удаления не было у «Адмирала». А у «Металлурга», естественно, большинство. И посмотрим, как они это большинство будут пробовать реализовывать. Марк Сальников у дальнего борта помог шайбе катиться до позиции вратаря команды «Адмирал». Ну и там, естественно, Сердюк шайбу остановил. Итак, «Адмирал» вперед, пишет он с вами Сердюк. Вот чем мне нравятся болельщики «Адмирала» и тем, что они очень-очень активны в чате. И я вам скажу, что это не только именно что в такой локальной борьбе. Буквально вот прошлый сезон была возможность комментировать именно сборные федеральных округов. И там я вам скажу, что вот открою занавес тайны, что мы территориально находимся с нашей комментаторской студии в городе Екатеринбурге. И у нас было уже 6 или 7 вечера. Соответственно, понимаем, что во Владивостоке было 12 час ночи. Болельщики были просто на высоте. Там чат просто разрывали. Поэтому-то и говорю, что болельщики «Адмирала», они прям славятся такой своей активностью в чате. Это, конечно, очень хорошо. Так, ну а тем временем команда «Металлург» вот так вот по периметру раскатили шайбу. Кстати, не получилось у «Металлурга» сейчас реализовать большинство. Команда «Адмирал» играет в полном составе. Здесь до последнего Захар Суворов. Работа сблизился с позиции Вячеслава Сердюка буквально нос к носу. Но вот такой вариант развития не подошел для того, чтобы осуществить атаку на ворота Вячеслава Сердюка. Итак, от ближнего борта откатился ближе к центру Захар Суворов. Ну а потом уже его партнеры практически с пятака атаковали. Так, ну что мы с вами видим, дорогие друзья, что сейчас подготавливается вбрасывание вблизи ворот команды «Адмирал». На точке 83-й номер, это Никита Кошечкин. Но уже на дальнем борту Никита Гнилицкий, естественно, забирает
своих соперников возможность атаковать и сам переводит шайбу ближе к воротам команды «Металлург». Егор Фролов на шайбе. Фролов, хороший проход, бросок, еще попытка. Также и добивание здесь было с пятака, помимо Фролова. Но со всеми вот этими тремя атаками, которые, опять же, произошли вблизи ворот команды «Металлург», Иван Набоков очень хорошо справился. Так, Оксана Крупнова пишет: «Адмирал, вперед!» Ну а дальше в среднюю зону. Именно здесь была она с вами разыграна. Процедура вбрасывания. Никита Кошечкин вбрасывание выиграл, направил своих партнеров. И теперь видно, что возглавляет эту атаку игрок ФДР 24 Захар Цыбин. Тоже недолго. Команда «Адмирал», Марк Шитлиславов. Дальше Торпеев. Уже со стороны ближнего порта набрасывал шайбу в сторону ворот Ивана Набокова. «Адмирал». Ну что ж, неплохой бросок. Тут передача Тимофея Торбиева была организована Марк Шейхлисламов в роли атакующего игрока. Он бросал, но, правда, чуть выше створа ворот эта шайба полетела. Снова команда «Адмирал» вперед. Понимаю, что время сейчас уже поджимает. Что нужно более активно и настойчиво сыграть сейчас в команде «Адмирал», чтобы эти последние минуты третьего периода использовать максимально эффективно. Снова в работе Вячеслав Сердюк. Дмитрий Щербинин на точке на дальнем кругу в зонах хоккеистов команды «Адмирал». В целом команда «Металлург» смогли закрепиться в зоне и уже от ближнего борта пытается протолкнуться ближе к воротам. Мирослав Флякишев. А вот уже в средней зоне игроки команды «Адмирал» берут вверх. И в какой-то момент я даже потерял шайбу из поля зрения. Казалось, что она оказалась прям за Иваном Набоковым, но нет. В целом получилась очень такая стандартная ситуация вблизи ворот Набокова, с которой, естественно, он и его партнеры достойно справились. Тимур Галенков прошел за воротами. Но вот на синей линии пришлось разворачиваться обратно, потому что понимал игрок «Адмирала», что сейчас, если шайба выйдет за синюю линию, придется всем игрокам покидать зону. И, естественно, шансов будет значительно меньше. Итак, смотрим снова. Вбрасываем с вами в средней зоне. И игроки команды «Адмирала» достаточно быстро и очень оперативно продвигается в зону «Металлурга». Также смотрю, у нас помимо Виктории Линик и Оксана болеет за «Металлург». Ну что ж, отлично. Уже Виктория не одна. Еще бросок. Немного не точно проходит шайба. «Металлург». Но вот изначально на синей линии, потом уже немножко перед воротами. Действительно, очень большие проблемы возникают у «Металлурга» с тем, чтобы обороняться. Настойчивость «Адмирала» растет, и она будет только увеличиваться на протяжении оставшихся 3 минут и 40 секунд
Еще одно вбрасывание. Александр Макаров на точке. Хорошо, оставили шайбу в зоне. Макаров поближе к воротам Металлурга. Ну и, естественно, Иван Набоков. Снова в деле. Итак, выиграют это вбрасывание черно-золотые. Сейчас направляют шайбу через дальний борт в сторону лицевого. Тут практически уже с синей линии атаковал Марк Шихлиславов. Металлург на ближний борт. Шайбу перевели. Захар Цыпин. Цыпин отдает пас через лицевой борт. Но на приеме первый оказывается Александр Макаров. Сразу начинает вести шайбу в зону падения. Но вот там на дальнем борту в целом команда Металлург. Достаточно оперативно отреагировали на этот момент. И шайбе выкатиться за пределы синей линии просто-напросто не позволили игроки Металлурга. Приостановлена игра. Удаление на сами в составе игроков команды Металлург. Ну и в целом очень хороший шанс сейчас для игроков команды Адмирал открыть счет. Очень хороший шанс. Тем более при реализации этого шанса вернуться в игру будет в два раза легче, чем сейчас. Так, Матвей Шаталов, 88 номер, за неправильную атаку соперника сейчас на скамейке для оштрафованных. Ну а мы с вами смотрим за развивающейся игрой. И тем, как игроки команды Адмирал будут, естественно, пробовать свое большинство реализовывать. Ну а, соответственно, игроки команды Металлург как будут обороняться. В целом пока неплохо. Конечно, за прошедшие 30 секунд бросков по воротам Металлурга не было организовано. Дальше Адмирал уже закатили за синюю линию. Встретил Иван Набоков шайбу. Бросок от синей линии. Видишь, что уже все попытки предпринимает хоккеисты из Владивостока. Ну а после фиксации шайбы Ивана Набоковым шайба, естественно, будет введена в игру именно со вбрасывания на дальнем кругу. Адмирал. Сейчас тот момент, когда нужно сохранить шайбу в зоне. Но вот как-то чудным образом перекидывает Захар Суворов здесь своих соперников. Правда, до синей так и не докатился, поэтому Адмирал продолжает работать в нападении. Итак, Металлург играет в полном составе. Борьба проходит на самом зоне Адмирала. Меньше одной минуты до конца третьего периода. Шансы хоккеистов команды Металлург становятся все выше и выше. Совсем не на стороне команды Адмирал сейчас играет время. Но Адмирал пробует здесь предпринять какие-то действия, чтобы подравнять ситуацию. Но 27 секунд до конца. Все, это уже практически край. Металлург уходит в нападение. Играют они в полном составе, поэтому могут сейчас, благодаря численности людей, каким-то образом закрепиться в зоне.
И на этом все, дорогие друзья. Наш матч завершен со счетом 2-0. Выигрывают хоккеисты команды «Металлург», с чем мы их, конечно же, их поздравляем. Но я напоминаю, что трансляция для вас подготовлена командой смотрихоккей.ру. Меня зовут Александр Старицын. До скорых встреч. Любите хоккей и получайте от него самые лучшие эмоции. Всем пока-пока.